Всем шиш! Вот это неплохо было. Мы сегодня, как я и обещала, записываем VR-игру. Это что? Это джоб-симулятор. Буду симулировать работу, потому что на настоящую я идти не хочу. Если вы не видите мата в моих глазах, вы его сейчас услышите, потому что этот ролик мы пытаемся записать 5 часов. То камера, блядь, разряжена, то VR, то срачка, не голова, так жопа. Собственно, почему мы стоим? Чтобы вы видели, что происходит. Как я вот эту буду избивать, вот это буду избивать. Фух! Не ссы. Со стандартного начнем. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Если бы ты был на него подписан, ты бы знал, что у нас есть новая кошечка Нами. Но я и вам по это пруфовать не буду никак. Если есть желание поддержать меня монеточкой, ты можешь подписываться на мой канал на Бусти. Я буду выглядеть максимально странно, потому что я помыла голову. Я для вас даже помылась. Будем пробовать. Мы впервые записываем VR. А еще, если вы спросите, почему я делаю пучок на бок, потому что на чистых волосах... ну потому что, во-первых, VR посередине закалывается. И мне нужно как-то его надеть. И пучок единственное, что может его фиксировать. Потому что на чистых волосах он слезает. Потому что мыться не надо, блядь. Вот это мыться придумали. Мы, блядь, ворк осуждаем. Вот это буду. Клёрк. Нихера. А насрать, ты мне сюда не пробовал? Блядь, мусорит он мне тут. Со мной пойдет. Да это работа мечты. Я запаслась едой, просто что здесь работаю. Ты мне предлагаешь начать работать? Нет. Я еще не наелась. О, нескончаемая еда! Рай? Я умерла и попала в рай? О! А где монета? Иди сюда. Сука. Потом оплачу. Когда зарплату выдадите кому-нибудь из сотрудников. Ой, я забываю пробивать. Я вот так могу. Блядь, зря вы меня устроили. Надеюсь, это по знакомству, иначе я не понимаю, как я собеседование прошла. Я бы даже из дома не вышла. Да, блядь. Лаки, да, я выиграла. Все, я воняюсь. Какой дж... Ой, я хотела опереться тазом закрыть этот, ёптую мать. Мне нельзя играть в VR. Погоди. Сука, не открыть, блядь, ничего. Да ты штука, ты чё? Ты ж не поджигал! Через меня торчит. Лови. Отдашь. Я попала! Ты видел? Ладно. Сейчас. Все, блядь! Уронила. Сука, главный ингредиент даешь. А как мне кетчуп? Достань. Мне кетчуп упал. Сейф! Должен щелкнуть либо сейф, либо моя спина в таком положении. Это моя спина сделала? О! Блядь, вот у тебя хер зло! Ну он сейчас реально столько стоит, что, блядь, только так прятать. Это я сейчас, блядь... Лакшери жизнь началась, это на потом. Фридж, ну это мне неинтересно. Это что? Что это? Как это? Нет! Что это стало? Почему мне это ушло? Нет! Я что-то нихуя не поняла. Нет, уйди, балда. Типа летать. Куда? А что? Что это, блядь? Зачем мне эта штука на левитацию? Нью. Нет. Тоже касса? Это, блядь, в классе такую не спрячешь. Это такую, блядь, съедят. Мне придется реально весь класс угощать. Что я должна сделать? Блядь, зря бы их поставили. Я как пиздить буду? Это прям за мной. А здесь, а я... Я только руки?
Так если я перчатки сниму, вы хуете, что я ворую? Видал? Мой первый посетитель! Мой первый посетитель! Говно. Да, да, сейчас. Ты же учишься? Печеньки или жизнь? О! $4, что-то слабенько пока, сейчас. Сейчас, может, двойная цена за большую? А, я не пробила, блядь! Ну ладно, я ее пробила. Никто не видит. Это я себе пробью, вы не против, блядь, не кормят ни хера. Спасибо. Все, это ты меня, блядь. Я могу? Извините, надо обыскать. У вас точно не проносите ничего с собой? А я... О, потрогайте, я проношу что-то с собой. Извините, я что-то... Я не хотела. Чуть-чуть схавала. Тебе что, жалко? Куда? Пакет, блядь. Пакет, блядь. Все. Вот столько с тебя. Что надо сделать? Какой? О, у меня есть. Вот, смотри, хлеб. Сосиски. Ну хлеб я тебе... О! Супер. Единственное, что у меня кетчупа нет. На. Опа, смотри. Опа. Не то поймала. Ну ладно. Я тебе все положила. Какие два? 3000 ты мне должна. Чё тыкать надо? 3000. О, так сказать, получила большие деньги. Ты прикинь, систему я наебала. Нет? Открой. А что я не так сделала? Чё, замечаешь, что ли? Козёл. Куда пропала? Спиздить хотел. Ну. Ну какая? Бедный продавец. У меня ничего нет. На свои деньги. Какая? Блять, я хочу только домой аппарат. Как классно. Ну-ка. Блять, да хуй с ним. Сука, обидно. А чё они все по талончикам у нас в магазине? В какое время живем? Можно узнать? Короче, смотри, я тебе сюда сую руку, то там мне ее жмешь. Ой, возьмешь? Свежие, только достала. Сейчас будет подарок от заведения. Ага. Бабочку нельзя. Во! Достойная! На! Не урони. Голову высоко держи. А чё X2? Что я не положила? А где? А, блядь! Дурачок! Куда, блядь? Руки. Мало ли, плохо видно, так полегче будет с такой лупой. Во! Ну-ка. Не, больше лупа не делается. Я думала, две тебе сделать. Слаж хочешь? Слаб... Это ж чё ж тебе сюда налить-то такого?
Мне не нравится реально симуляция работы. Я не хочу работать. А, это напитки увеличивать. А, все, я поняла, напитки тебе надо увеличить. Что? Я сделала. Что? Блять, он что? Почему он видит все, что я... Отвернись. Ты же слепой, у тебя лупа даже. Так я уже увеличила. Не получилось у меня обслуживать твоего клиента. Новости видел? Написано, что все, у кого монокль, долбоебы. Мы долго с тобой с этим будем мороться? Очкарик. Не имею ничего против очкариков, просто этот доебывает. Опа! Да не то. А давай я тебе телепортом отправлю тебя нахуй. Ой, заманаешь. А где? Бутылка. О! Это не надо. Это обруч. Хула-хуп. А если я на него попаду? Сверху я смогу надеть шляпу? Нет! Блять. О, нет, это надо спрятать, заберут. Надо порядок навести, кто срач-то развел? Еда не хочет меня покидать. Один срач вокруг. Все валяется. О! Ну-ка, ну-ка. О! За плату. О! Давай. Блять, закончилось. А если я все потрачу? На выходе. А! Платить не забудь. Бля, не выиграла, прикинь. Не выиграла. Не выиграла. Вот так, Май. Это что такое? Мне пенсионные не надо. Это мне бабушка наследство какое-то нехорошее. Монетку нашла. А куда мне это твое деть, бабуля, по-твоему? А в кассу надо? Мы что, тебе такое принимаем? А что мы не принимаем расписку тогда? Иди нахуй. А что мы тогда не принимаем расписку типа «оплачу обязательно»? Да бля, я попала хоть чем-нибудь. Сука. Блять. Я малышом в желтом попала, я этим. Ага. С вас за разговоры по телефону 20 тысяч. Оплачивай. А, ты сосиску хочешь? А вот это... Извините, я сегодня новенькая, первый день. Ам-ням-ням. Чуть поваляла. Тебе повезло, последняя жвачка. Попаду, не попаду. Бля! Попала! Закончились жвачки. Нету. Вот если только там возьмешь. Ну, у нас сегодня акция, все сосиски по цене каждой. А! Ну, тоже сосчитаешь себе. Ну, вот это есть. Конечно, не то, что ты хотел, но это тоже жвачка. Тебе какая разница рот размять?
Радуйся, что не кулаками. Я лучший работник месяца, это моя фотка, не его. Да, спасибо. Куда все дел? Нормально разговаривай, если взрослая деваха уже. Сейчас улетит, блядь, вот на этом. Балда. Беги от матери. Какой щука? Не ори, не ори. Я сладенькая, будешь? На. Куда морд, блядь, ты обосрешься, я тебе отвечаю. Давай. Меня орёт ребёнок. Да иди нахуй! Блядь, жопу мою лизни, попробуй. Сладкое, нет? Мамке твоей расскажу, блядь. Сейчас я тебе сделаю мор. Мама придёт, я ей, блядь, расскажу, что ты здесь жопу всем показала. Да куда, блядь, ты обосрёшься? Эй, главное её кидать издалека, а то сожрёт ещё руки, блядь. Где банан твой? Кто ж села? Она, ебать, у тебя дикая, ты к врачу с ней походи. И со мной к психологу. На 5000 у вас. Так, тебе не надо. Иди нахер. Ну как? Ты видел? Семейка, блядь. Биба и Боба. Да. Чё ты? Ах. Ой, блядь, даже не близко. Чё, жвачка вся? А, вот ещё есть жвачка. О, нельзя со своим. Нельзя. Со своим нельзя. Сука, как тебя ударить? Извини, я работаю, блядь. О! Еще раз смотри. Ты просто пропустил, там был трехочковый. Я ж сказала. А что ты хочешь? А где там оно? Оп! Оп! Блять, молча сиди, какай. Тридж. А как? Залезь обратно! Подарок, блядь. А как? О! На, блядь, не увидела. Спасибо, блядь. Сука. Так у нас есть такие банки. Чего он их принес свои-то из дома? Ну, дурачок, блядь. А он все раз... Она улетела, что ли? Опять в текстуру. Опять со своим приходит. Заебали. Ну, в магазин зачем свою притаскивать? Эй, Джимми, over here. I need something for cleaning. Газировкой? Что? Аккуратнее, жопу не... Бля, последнюю даю. Да сука! Сука, что дать-то тебе? Да. О, иди стри спокойно. Вернешь потом туалет, вот тут все, обратно. Ой, не, не надо, не возвращай. Я на кошку наступила. О, реально разнос! Я гений! Что, ты наобосрался там, да? Там пиздец в туалете. Иди проверь, что он там сделал. Извините, я должна проверить, если у вас что-то. Ничего нет. Приходи завтра, проверю еще. Ты не поверишь, специально для тебя. На. Остальное потом занесешь. Вот это хочешь? Вот это надо сначала мне сделать. Потом я посмотрю, сделать ли это тебе. Опа! Блядь! Я уже все. Напиток как хамелеон. Двойная цена. Специально для тебя тряхнула. Кстати говоря, трясу в час не очень дорого. Приходи завтра.
меня вот этого не будет, а сегодня он сидит. А так вообще, ну, недорого пришло. Ну, не так открыто. Иди туалет проверь. Приходи завтра. После 9 я уже буду не на основной работе. Ты жесткий дринг! Ты даже не открыл! Блять, тот самый 13-й классник, который впервые купил энергетик, он еще не открыл, такой, энергия! Раз, ёб, я пил энергетик! Чел, открой его! Энергия покупки! Я вообще профессиональный баскетбольный игрок. Ну ты его делал мой. Что так слабо? Став? Что ж вы все претесь на основную работу? Приходи, когда я буду уже после работы. То один, то второй. Какой став? Димон, блядь, проснись. Ты в магазин пришел, я завтра зайду. Став отдал. Димон, я тебе говорю, иди отсюда, блядь. Ты меня палишь. Все нормально, в туалет зашел. Давай иди, блядь, с этим Ставом. Ты даже просишь пробить тебе ничего, ты понимаешь, блядь? Ты долбоёб, Димон, я тебе отвечаю. Просто, блядь. Ещё тебе что-то пробить? Следующее будет лицо. Восторг, да, твоих вещей тебе понапродавала? А, извини. Извини, не сложила. Всё, Димон, как и просил. Блядь, ты хоть в таком состоянии приходил бы в магазин. Радуйся, что усы твои не пробило тебе. Нихера себе! Ты прикинь? Сама в шоке. О, это доставка мне! Мне! Еще что-то там. Где оно? Куда сквозь текстуры? Это было мне. А, это не мне. Это мне типа... А когда мне что-нибудь приедет? Что я могу есть? Я не знаю, этот соус провалил! А! Кстати, соус говно. Хера, ну тебе реально надо побольше. Во, хоть видеть нормально будешь. Сколько пальцев показываю. Тебе мороженое сейчас? А то простудишься. На улице видел лето. Че? А какую тебе сдачу? Ты мне ничего не... Палочку можешь взять. По пути выбросишь. А какую тебе сдачу? Ты ничего не взял. Не отдал мне денег. Шел. Да, иди, блядь. Сука, что он там делает? Ты че кругаля даешь? Ты дурачок? Я тебя так надула. У нас стандартная схема. Да, блять, благодаря мне у вас плюс просто 200 миллионов доход. Если б не я... Секунду. Секунду, у меня для таких, как ты, есть подарок. Смотри. Обычно эту штуку припасаю для себя, для вечера. Саня, а ты что ли? Ты домой, блядь, я дома еду приготовлю, успокойся. Саша, там дома, блядь, суп был, где ешь? Что ты выделываешься? Лома! Лома! Тебе похер? Давай, гони деньги, бич! Give me money! Во фрукты сейчас положишь. Блять, вот это банана. Вот это банана, а не то, что ты принес, блять. Это не банан, это так. Что-то китайское. Ah, you're persistent.
А кто у тебя оптовик, блядь, бананов? Объясни мне, ты их откуда столько берешь? Ты, блядь, где их хранишь? Вытащи все сразу давай. Это что такое? Это у нас странный поставщик бананов или что, я не понимаю? Сейчас мы напиздим бананов примерно по стоимости, как сыр. Чтобы выгодно было. Но он дурачок. Ну все, нормально. Ой, блядь. А, бля, он не ест надкусанный. Ах ты, сука. Да полиция может и не париться, мы окупили все. Ну все, у нас все окупилось. Вот дурачок, реально. У нас все окупилось. А ты можешь банан на место отнести? Где у нас отдел? Я везде понакидаю, там, где надо, найдут. Фрута, держи. Какой фрут ты хочешь? На, на. У нас фрут полно. Блядь, с каких пор шаурма это фрукты? Ох, мне нужно немножко фруктов, шаурмы. Вот сюда руку положи, желание загадай. Какая бебра, блядь? А, ты хуже здоровый. А у тебя рот-то поместится? Нихера себе шаурма. А, ты что, обдолбанный, что ли, пришел? Тебе кто меня посоветовал? Раз тут не любят таких. Поделиться не грех. Грех не поделиться. Тебя капает. Да иди уже, задолбает. А вы меня зарплату выдашь? Гони деньги. Гони деньги. Это сюда? Это что? Ёб твою мать, Саша, нам нужен такой домой. А мне бонус какой-то выпадет в конце этой игры? Как классно. Это что, Xiaomi? А мной кто управляет? Утконосную управляет. Что? Тут утконосную управляет. Не могу, тут утконосную управляет. Что? Тут утконосную управляет. Чтобы я точно знала, куда ты ключ кладешь. А, я могу его спрятать? Никто не найдет его здесь. Ты кого, человека косплеишь? Это что? А, это дети! У меня очень хороший подвал. Пошли, покажу. Пойдем ко мне. Я куплю тебе, что тебе надо. Улица Пушкина, дом 3. Вечером заходите, я принесу все, что вам надо. У меня моя квартира 22. Все нормально, они взрослые. Получилось, все прошло. Где алкоголь? О, прошло. Вы хотели фейерверки? О, смотрите, раз. На. О, это же так много детей, это что, праздник? Стой, не уходи, не уходи. Ты их спугнул. О, нет, дети туда ушли, я не трогала. Нет, нет, я никаких... Это не я, детей. Он детям. На фейерверке. На всех взять кредит, я поняла. Что тебе надо? Если сотрем и здесь будет выигрыш, я признаю вину насчет детей. Не сегодня. А, я сказала, кто из них? Ты прикинь, блин! Я не того сдала, сука! Ну, хер с ними, он со мной дурачок, блядь, он бананами больше
не особо выгодно то обменивает. Это такой дурачок, я тебе скажу, вообще жесть. Все, задание выполнила? Самое время показать мое лицо, держи, наверное, после. Офигенное лицо. А я максимально странно выгляжу после. Это жесть. И так дома жарко. А вместе с VR я вообще в шоке. Так, ну что, сами оцениваете игру, пишите в комментариях, что еще попроходить по VR и по обычным играм. Я планирую, кстати, из обычных пройти альтушку для скуфа. О, ставьте лайки, как думаете, мне кажется, я прошла собеседование. Если меня не возьмут, я буду умолять на коленях и просить прощения. Извините. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Скоро будут снова стримы на ютубе, так что следите за расписанием стримов там же в ТГ-канале. Все, ждите следующих игр. Я... Охуенный видос. Да?